Ця дільниця у трамвайному депо «Запоріжжяелектротрансу» призначена спеціально для огляду і мийки рухомого складу перед виходом на лінію. Наводять лад у трамваях щодня, а раз на 5 днів проводять генеральне прибирання та дезінфекцію. Тетяна розповідає, у своєму арсеналі має чималий набір засобів. У нас средства починає від гали, це очищаючі. Потом у нас есть дезинфицирующее средство. Это один раз в 5 дней мы проводим. Это обязательно. Стиральный порошок. Ну, разные чистящие средства. Средства защиты – это резиновые сапоги. Это для безопасности. Обязательно. Роба, так сказать, которую нам выдают. Средства защиты тоже. Это перчатки обязательно. За день бригада з 3 чоловік миє та прибирає у 20 вагонах. На кожен майже 1,5 години. Щоправда, зазначають працівники, ступінь забруднення залежить одразу від декількох факторів. Это зависит от сезона. То есть, допустим, если это лето, это больше стекла и фрукты на полу. Вот. Ну, это дачное время. Вот. Зимой немножко тяжело, когда льда, ну, обморожение идет. Бывают разные, зависит, в каком районе ездила. Где больше пыли садится, немножко больше работы. Зовні вагони миють за допомогою спеціальних установок. 3 года назад мы закупили оборудование для мойки вагонов, установку Керхер. Вот, используем ее. Эффективность мойки гораздо выше, потому что мойка идет под давлением. То есть вся грязь снаружи отбивается, в общем, и вагоны выходят гораздо чище. Дезинфекция вкрай необхідна для безпеки пасажирів, наголошують на підприємстві. Дезинфицирующее средство используется Блинидаз, которое убивает все микробы. В частности, сейчас в городе эпидемия простудных заболеваний. Мы помогаем с этим бороться. Ну, опять же, это санитарное состояние вагона. Ми просто не маємо права випускати їх грязними, тому робимо обробку кожен день. А це вже тролейбусне депо. Одразу після щоденного огляду цей тролейбус прямує на мийку. Перший етап – автоматичний. Сейчас этот троллейбус вышел с дневного осмотра, вот, и перед тем, как он поедет в линию, моющий персонал проводит ему мойку, санитарную обработку салона обязательно. Эта процедура у нас проходит каждые 5-7 дней. Прибирання у салоні, мийка підлоги, сидінь поручнів, щоденна процедура займає приблизно 15 хвилин. Абсолютно безопасно, это закупается, это средство, оно как бы все там согласовано, оно сертифицировано и специально для этого, собственно говоря, и предусмотрено. Тетяна Кучеренко, Едгар Копитов, ТВ5.